И еще одно нарушение закона. В Чебоксарах сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя, который занимался распространением наркотиков. 33-летний мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Установлено, что чебоксарец приобрел через тайник закладку партию наркотического средства общей массой более килограмма и пытался продать партию по частям. Наркотики обнаружены в вещах задержанного в ходе личного досмотра и при обыске жилья подозреваемого. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество относится к наркотикам. Вес обнаруженного соответствует особо крупному размеру. Сейчас чебоксарец задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное в этом случае, пожизненное лишение свободы.